На прошлой неделе с рабочим визитом в Нарве побывал Алтис Алус, который летом 2010 года после объединения трех ведомств станет префектом Идовской префектуры. На пресс-конференции, посвященной объединению полиции и департаментов гражданства и миграции и пограничного департамента, будущий префект уверил, что жители Нарвы изменений после объединения не заметят, но их ощутят сотрудники нового ведомства. Но для сегодняшнего сотрудника полиции, пограничной службы или департамента миграции никаких таких серьезных изменений не будет. То есть все эти люди будут переведены в новую службу, в новую должность, и их зарплата сохраняется. Среди сотрудников ведущих служб никого сокращать не планируется, а вот из вспомогательных служб Идовской префектуры будут уволены всего 9 человек, среди которых одна бухгалтер из Нарвы. Алус также рассказал, как префектура планирует вписываться в рамки 9% сокращения бюджета. Сэкономить можно, с улучшением процесса работ. Это можно делать. И очень много мы выиграем и из-за того, что мы принимаем к использованию новую такую экономическую программу САП, которая поможет логистикам делать их работу. И еще поможет централизация таких служб, как персональная кадровая служба, финансовая служба, всю логистику. Мы сэкономим на эти довольно большие деньги. И все деньги, которые мы сэкономим, мы, по идее, мы могли бы перекатать на основные работы. Но поскольку бюджет следующего года будет для нас все-таки минус 9%, тогда мы приняли решение, что если не хватит денег на зарплату, мы будем использовать выходные дни без зарплаты.